Канко, затащи, пожалуйста. Мне по-другому никак. Надо сегодня выпускать или не выпускать. Оставляет вас со мной. Ля-ля-ля-ля-ля. О, нет. Короче, что вам сказать интересное можно даже сейчас. Короче, ребят, я сегодня впервые пришел в школу за последние 2 или 3 недели. Ну, там я болел, там ходил по врачам, там что-то. Ну, так, короче, получилось вот, что... Что вот так вот получилось. Вот, и, короче, прихожу в школу. Во-первых, все, конечно же, ну, офигели от того, что я пришел. Все такие, типа, что? Мне не показалось, это не мираж. No way. Какая-то тварь мне пирает в Майнкрафте. Надеюсь, его забанят. Вот, и, короче, значит, прихожу в школу. Вот, и узнается, что у нас, оказывается, новая тема по моей любимой алгебре. Вот. Значит, тема, по-моему, производная и что-то такое. Вот. А меня не было 3 недели, 2 недели. Вот. Я такой прихожу, такой думаю, да. Они уже все изучили. Типа, основы производных. Прихожу такой, типа, та-та-та-ри-та-ри-да. У меня так, типа, все по математике, ну, просто ужасно. Вот. Я такой прихожу еще. Новая тема. Nice. Как обычно, я попадаю под самостоятельную работу. Естественно, я не написал ничего. Вот. То есть такая вот история. Но это не главное. Рассказываю. У нас сегодня было 2 урока алгебры. Вот. Я сейчас буду вам жаловаться. И на 2-м уроке алгебры мы изучали новую тему по производным какую-то. Типа, знаете, какие-то, короче, типа, производные в производном. Что-то такое. Вот. Я не знаю как, но я каким-то образом понял эту тему, производные в производном. Я, типа, ну, там были самые простейшие примеры какие-то по этой теме, но я как бы делал. Вот. Я весь 2-й урок реально там жестко сделал сам все примеры и говорю учительнице. Можно, пожалуйста, мне доски выйти, да? Типа, мне нужны оценки, там, у меня оценок 5 штук за 3 месяца. Вот, но мне нужно оценки получать, как бы, да? Такая, какой ты интересный. Сейчас опять получишь 4-ку, 5-ку, а потом опять на 3 недели исчезнешь. Я знаю твои тактики. Я такой, типа, нет, ну, то есть то, что я прихожу, пишу самостоятельно, по тем, которые я не знаю, и получаю 2. Это типа норм, это норм. А то, что я прихожу, выкупил тему и хочу ответить у доски, это типа... Вот. Короче, мне сегодня жестко это сгорело, реально. Потому что, ну это реально, это нечестно, это несправедливо. И что это несправедливо. Потому что, если ты хочешь дать мне плохие оценки, то дай мне возможность получить хорошую оценку, правильно? Вот. Но это как бы нечестно, это правильно, это нечестно, я был огорчен, вот. Но зато я понял тему по математике, и, наверное, даже сам сделаю домашку. Что с котом? Рассказываю, кто знает, кто смотрел мои стримы. Вчера мой кот отправился на груминг, вот, это типа уход за котиком, вот, впервые за его всю его жизнь. Ему уже будет 8 лет, кстати, в этом году, вот. Короче, рассказываю вообще предысторию, почему его отправили на груминг. Вообще, мы искали уже груминг давно, но все говорят, типа, то, что, типа, sorry, типа, если вы, ну, можете привести своего кота, но держать вы будете его сами. То есть мы там будем его стричь, там, ну, не стричь, там, типа, шерсть гладить, но держать вы будете его сами. Мы такие, типа, а зачем тогда нам отдать деньги, как бы, да, за то, чтобы что-нибудь что-то сделать, если мы даже сами его держать, типа, что за хрень, какой-то скам. Вот. И, короче, недавно кот... Насал у мамы в комнате с папой. Вот. И мама решила ему отомстить. И нашла груминг-салон в Москве. В другом конце Москвы просто. Вот, чтобы его туда отправить. Вот. На стресс-тест. Вот. Короче, чтобы его там... Потом, короче, по полной программе его пустили. Ему там уши чистили. Его помыли там. Всю шерсть ему там лишнюю счесали. Вот. И, короче, мы думали, сейчас, ну, типа, приедет папа, будет сказать, как там кот вырывался, вот. А кот, эти работницы сказали, а нет, он себе вообще очень даже хорошо вел, как будто всю жизнь ходил на груминг. Мы такие, типа, что, стоп, что? Почему? Когда мы его мыли, мы все сделали как надо. Положили полотенчик в ванну, типа, знаете, ты его к ванне так подносишь, он начинает... Вот так вот делать начинает, типа, чтобы, ну,
там, как бы, он нормально сидел, вот, он нормально сидел, типа, его там помыли, почесали, сказали, вообще, молодец, котик, красивый, вот, так еще и, как бы, еще и сидит нормально, хотя первый раз на груминге был, вот. Ну, и, короче, так вот мама отомстила моему коту, но не отомстила, получается, вот, и теперь у меня кот пахнет не котом, а стиральным порошком. Такая вот история. Крутая? Вот. Кто? История была. Не, крутая, у меня мама, в моем телеграме есть видео, как она танцует лезгинку. Как-то 888 телеграм. Вот. Не, реакция будет на бусте, когда я ее еще потом смонтирую. Есть проблема, я сейчас послушал то, что он мне скинул, и я понял то, что... А я ему финальную версию трека-то не кидал. Он сделал клип на нефинальную версию трека. Блядь. Боже. Да, ну, сейчас я скину, типа. Сейчас я закинул, реально. Ладно, нормально. Да не, нормально, все равно нормально, конечно. Нормально. Я потом выложу первозданную реакцию, но там просто пиздец. Там ужас, нахуй. Это ужасно. В каком плане? В каком плане? В ужасном плане или в хорошем? В ужасном. Плане? Ну, полный кал. Нет, давай, ну, я тебе просто, ты можешь в любое место тыкнуть, я тебе скину. Давай. И просто твою вебку включу. Давай. Только ты звук проконтролируй, чтобы точно не было звука. Ну, слушай, ты себе на бусте тоже потом можешь вот эту первозданную реакцию потом пойти подзаписать, если тебе делать нет. Сейчас. Ну, первые скину? Секунд 15 в Телеграме я тебе скину. Вот первые 15 секунд посмотри. Так, ну, давай, первые 15 секунд смотрим. Так. Это полное дерьмо. Это ужасная хуйня. О боже. Это... Ну, нормально? Я посмотрел 20 секунд. Ну, это можно выкладывать в интернет? Можно на пост один? Да-да. Это типа, такой небольшой спойлер, как бы, можно? А, что там делает доставщик Яндекс.Еды, перекрашенный DVD-клаб? Я понятия не имею. Если бы заплатили, то было бы здорово. Но я не знаю. Это вот Майкл Бэй так решил сделать. Я не очень понимаю, зачем я выпрыгиваю у него из сумки еще. Вот, и... Да. Еще подожди. Не, ну, это, конечно, знаешь, это какой-то такой постмодерн какой-то... Я сейчас... О, боже, я тыкнул на момент. Что это? О, боже. Скажи, какую секунду ты сейчас смотришь? 37-я. Сейчас, подождите, извините, я должен посмотреть. Там любой кадр, это о, боже. О, боже. Что за бархатные такие создания? Блять, у меня не мотается, у меня не грузит. Ты можешь, ну, примерно объяснить без спойлеров, что там на 30? Короче, там... блин, как без спойлеров тут невозможно писать. Короче, такой одноклассник вайп цветы плюс, короче, мужики на заднем плане просто суд... Чё, блять? Я как будто этого не видел, нахуй. И стоит, короче, теневое клонирование тебя. Вот. Ты типа вот так вот почищаешь трубу. Вот. И под тобой. Я не помню, пусть загрузит. Под тобой бархатные создания такие интересные какие-то. Чё за хуйня? Я бы сказал, это, наверное, мама, может быть, ЛПшки. Откуда взяли, правда, эти кадры такие? А, я... Бля, это такая хуета, я бы даже показал бы, это хуйня полная, бля. Да, я думаю, это можно показать так, для спойлера такого небольшого. Но я не могу даже на паузу поставить этот момент. Сейчас. Я могу тебе скриншот сделать, если хочешь. Не-не-не, я так продемонстрирую. Нет, ты сделаешь, да? Сейчас, секундочку. Но, ну, вот такой вот клип там. Блядь, я случайно спойлернул. Сука, она запустилась именно, когда я показал, блядь. Сейчас еще тыкну, вот, случайно тыкну еще. Вот, минута 38. Так, ну тут ничего такого, ну-ка, запущен. О, боже. Там хуйня полная. Минута 40, это вообще...
Подожди, а вот это... Можешь вопрос? А вот... Ну, там некоторые люди, вставленные в костюмах интересных, это реально вы снимали их, или это вы? Ты про Спайдермена? Да. Да, 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 да. У актера огромные яйца, огромный пенсил. Да, да, да. У человека-паука висит яйца. Очень смешно, когда он делает брейк-данс. Да не смотри полностью, потом отдельно запиши. Запиши отдельно. Ладно, все, не смотрю, не смотрю. Я просто, не, я просто тыкал так вот. Фу, это шедевр какой-то, реально. Ну все, посмотришь, давай я это... А, так да. Сейчас встретимся на Create. Да, давай, да. Блять, ну видимо теперь мы завтра это выкладываем. Я не знаю, если успеем, но Игорь говорит завтра выкладывать. Я бы выложил, когда трек выходит. Но дело в том, что не факт, что он успеет за час это все смонтировать. Ну, срендерить, он уже все смонтировал. Игрок, СП, герой, поезд. Трудно быть богом, не зная неровности. Не осуждаю чужие оплошности. Каждый из нас имеет наклонности. Встал и забиваю ублюдки. Штрафы малы, ты уплатишь за сутки. Но Кена не спит ни минут, ни минут. Ты будешь забанен за свои проступки. Белые ночи, дворы, покаяния. Ты достоин всего, кроме внимания. В жизни так много пустого страдания. Как после бана за мозга ебания. Вот наступила кровавая ночь. По головам банные сыпятся прочь. Прости, мой хоми, не смогу помочь. Собирай ресы и внучку волочь.